Всем привет, я Марк Теймуров, райдер команды Squadboard Shop. В данном видео я расскажу вам про сноуборд DC Mega. Это одна из верхних моделей в линейке DC. Это модель конкретно этого сезона, 2021. Почему я выбрал эту модель для себя на этот сезон? Во-первых, это очень крутой скользяк, называется Sintered Supreme. Это очень плотный, очень хорошо впитывающий парафин скользяк, который дает вам максимум скорости. Для меня это очень важно, потому что когда я выступаю на соревнованиях, там слоупстайл, BGR, мне очень важно, чтобы у меня всегда хватало скорости, потому что погодные условия не всегда позволяют брать скорости с запасом. Во-вторых, эта доска очень легкая и очень прочная. Как бы пока что я еще не сломал ни одной этой доски. Она держится очень хорошо. Также она очень легкая, это помогает вам проще крутить на трамплинах, проще крутить на делать ауты и на джибе. Вот. Также эта доска имеет очень крутой дизайн и, в частности, имеет очень крутой топ-шит. Это верхний слой, который выполнен целиком из дерева. Во-первых, к нему меньше прилипает снег, и, во-вторых, он просто выглядит очень круто. Также у этой доски очень прочный кант, что мне очень нравится, потому что не приходится постоянно убирать заусенцы после того, как катаешься на джип-фигурах. И еще у этой доски очень крутой момент, это ее прогиб, называется Lock and Load Camber. Это означает, что у нее по центру между креплениями кембер, а тейл и хвост флэт-зоны, которые позволяют вам проще давить прессы на джип-фигурах. При этом центральный кембер очень хорошо держит на склоне, что позволяет вам уверенно подъезжать к трамплинам, прыгать с них и уезжать в свои трюки. Подводя итоги, это очень крутая доска. На мой взгляд, это сейчас одна из лучших моделей по соотношению цена-качество на рынке сноубордов. Поэтому я советую ее всем своим ученикам, а также просто людям, которые мне пишут в соцсетях и спрашивают, какой сноуборд им выбрать. Ну и я уже не первый год выбираю именно эту модель, поэтому всем советую. С вами был Марк Теймуров, всем пока.